И туда, 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 туда. Блокировку выключи. Нет, да, блокировку. Он его наверх затягивает. На пол ложит. Правее надо было. Шпена не дает. Подожди-ка, подожди. Все, падаешь, 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 смотри. Все, газу до жопы, поехали. Все. Вы проебали свою хлебную карточку. Не, давай. Что там Саня творит? Джастин бы сказал бы карандаш. Оба. Кажется, кто-то в ямку упал, пацаны. В ямку. Доминик, ты не там торчал, Доминик? Сейчас будет Саня тут за всех марать. Это не я, говорит, она сама говорит. Серега, глаза закрывай. Едем спасать патрола. Куда-то его занесло. Вот так вот 4 литра разоряются. Чтоб колеса ему бешеные вообще, блядь. Цены бы не было. Вот тут, кажется, мы, ребята. Вот тут поиграемся, кажется. Как Данил, ты сказал, на 2 часа. Вот так вот приедут товарищи из Беларуси, перевернут патрола мне. Всю немецкую технику. Всю немецкую технику сломают. Вообще это китайская или японская? Японская. Саня на коньках катается. Тут, блядь, ходить невозможно-то, а? Все, Саня, там ограда! Саня еще мало выпил. Сколько метров? Что там скоростя-то не намного. Сиди, сиди там. Ты 25. Ты не пройдешь здесь, сиди. Нет, нет, садись. Ты там грейся. Грейся, грейся. Когда перевернется, там потом купаться будешь.
Нет, пусть, Серег, скажи. Все там стоят. Садись. Нормально. Да, я сел. Хватает, да? Все отлично. Самое главное это. Лебедка приварена так, этими, как его. Лебедки. Да. Сварщики от Бога варили, так что может лебедка прилететь в ебало. Так что надо осторожно. Ебать, как-то надо было все-таки крюк надо было под низу мне кажется садить. Думаешь? На я. И поворотник, меня это нервирует. Ты хоть там скорость включил? Нормально. Джастин, чисто лебедкой тащи, не надо буксовать. Да ему там, в принципе, бычок надо было под колесо бросить, он сам выехал бы. Сейчас подожди немного, сейчас натянет. Кадр делай, кадр. Давай. Да, крюк опасный, не зихривается. Подари, сейчас трос уберут. Стой. Парни, пассажиру предупреди. И он развернется. Головой не стукнулся никуда. Боком пойдет. А? Ну, боком поверху. Посмотрим, куда пойдет, давай. Подожди там. Во. Ну, примерно так, я думал. Ну, да, можно было. Я тут, как на этом, на моем керанчике так вот делаю. Вот тут именно, как и именно тут у меня есть даже видео в интернете стоит. Что, страшно сбоку сесть? И говорит, сразу в пан. Попробуй. О, нормально. За ютуб захуярился. Ну и чё, развернулся? Давай! Вот так гони! Заезжай! Вот сейчас заезжай! Во!
Давай, давай, давай. А теперь выезжай как хочешь. Выезжай. Сейчас будем снимать, как Серега упадет в воду. Где колесо вообще? Где колесо? Колеса нету. Короче, месиво серьезное. Подтолкнуть его надо. Давай, 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 туда красься, сейчас пойдет, сейчас пойдет. Уже нет. Блин, в ногах не такой, чем блин это. Я думаю, у него точно турбо по пизде пошла, надо поменять просто и все. Турбу. А там, в принципе, там немножко не хватает. Просто в натяжку без рывка. Джастин, ты горишь! Я пусть вытаскивают наверх, там куда сейчас не залезешь, не отцепи, не отцепи. А, пусть наверх выезжай. Наверх, наверх туда. Джастин, фан, фан, фан! Джастин, у тебя холостой хуёво работает. А как Саня развернулся, я не понял. Вот все, выезжай. Ни хера себе, прикинь. Оторвали, короче, защитку, да? Вон она висит, защитка. Защитку оторвали. Давай, хуяр, назад. Давай, назад. Спасибо.